Здравствуйте, вы смотрите свежий выпуск программы «Новости индустрии», которая была подготовлена по данным Liprate. В феврале прошлого года японская биржа для биткоинов MTGOX обанкротилась после того, как 750 тысяч биткоинов пропали из защищенных кошельков. Почти год спустя Тибан, компания-учредитель MTGOX, также обанкротилась. Это уже подтвердил адвокат компании и управляющий имуществом банкрота Набуяки Кобаяши. Господин Кобаяши сказал: «Я продолжаю подавать иски против компании Тибан, которая является учредителем MTGOX. Эти иски касаются выплат соответствующих долгов, но компания Тибан пока не спешит проводить выплаты». Британский форекс-брокер Liquid Markets, который был вынужден прекратить все операции в связи с недавним решением Национального банка Швейцарии, объявил о назначении специальных управляющих из Baker Tilly Restructuring and Recovery LLP. Мэтью Хоу, Грэхэм Башби и Мэтью Уайлд будут выступать в качестве специальных управляющих и представителей форекс-брокера по распоряжению Верховного суда. Они будут работать над урегулированием позиций клиентов и над освобождением клиентских фондов. Они постараются сделать это в кратчайшие сроки, как сообщается в соответствующем заявлении. Администраторы будут связываться с клиентами брокера для того, чтобы получить информацию о суммах задолженности. Компания Spotware Systems Ltd. объявила о том, что их продвинутая торговая платформа для зеркального трейдинга SimMirror уже работает в режиме реального времени. Уже на протяжении года розничные трейдеры во многих странах могли использовать только демо-версию платформы, так как инженеры проводили дополнительное тестирование продукта для того, чтобы убедиться, что он соответствует ожиданиям клиентов. Алекс Катарсис, руководитель производственного отдела, сказал: «Любой человек с аккаунтом C-Trader теперь может использовать платформу C-Mirror для того, чтобы стать провайдером сигналов и получить прибыль от того, что другие трейдеры следуют этим сигналам. Также можно просто выбрать любого понравившегося провайдера сигналов и следовать его стратегии. Все провайдеры сигналов объединены в список, который можно сортировать по прибыльности и другим важным характеристикам». Многие высококлассные финансовые учреждения и фирмы по управлению активами интересовались возможностями инвестирования в розничный форекс-брокер PLUS 500 LTD с тех пор, как акции компании начали продаваться на бирже в 2014 году. Акции компании продаются на лондонской бирже, а именно на рынке альтернативных инвестиций. Сообщается, что Deutsche Bank уже купил 5,4% акций компании. Об этой сделке сообщил один из представителей компании Stuart Watchern. Эти акции позволят усилить Deutsche Bank свою позицию на рынке. Это все новости индустрии на сегодня. Смотрите завтра свежий выпуск нашей программы. Всего доброго!